Да. Какие-нибудь спортивные, как Феррари надо или там, да? Феррари надо, точно. Какие? Вот такая модель. Вообще. Вот эту пару тапок. Ну, я имею в виду такую модель. Отшивал 8 лет назад, уже 9. Вот есть у меня постоянный заказчик. Вот. И он мне дал техническое задание, говорит, хочу вот что-то подобное. Это модельные тапочки. Эти установлен клин. Он не просто. Внутри он эвопласт, обтянут кожей крокодила, для того, чтобы амортизировало немножечко под пяточкой, чтобы не было жесткого удара. Они полностью выполнены из кожи под подошва, ранты кожа, стелька кожа, ну и, соответственно, крокодил. Крокодил-дил-дил. Вот такой вот выбрал заказчик цвет, прям очень красивый, прям пурпурный, да? Красивый цвет. Ну и благодаря тому, что мы с вами можем, о чем я говорил выше, мы можем с вами окрасить и ремень в такой же цвет. То есть вот ключевое, что вот не только по размеру, но в том числе и мы можем с вами играть цветами, краска. Это прям вот, вот как-то вот так. Шикарные получились тапочки. Класс, да? Да, очень хорошо. Вот такие вот. Да. Ну, это тапки прям вот именно модельные. Это вот как вот обувь шить. Это прям отдельно изготавливается рант, отдельно изготавливается подошва. Вот здесь вот 100% ручные операции. Здесь нет ни одной строчки. Ни одной строчки нет. Все собирается ручками, все под скальпель. Каждый вот этот урез, торец обрабатывается специальным образом. Подошвы, урезы. Ну, прям вот здесь вот. Мастер собирает такую пару, по-моему, 14, да, или 16 часов. Не отрываясь вообще. Вот. Магия. Класс.